Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Тоха и Пельмеха. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Узко-низко». Всем салат, народ! Привет, ребят! Ребят, наконец-то мы собрались все вместе, наконец-то Пельмеха вернулся, и сегодня мы находимся на шоу «Узко-низко», или же, ребята, «Низкие барьеры». Правила этого шоу очень просты. У нас есть барьеры, которые опускаются все ниже и ниже с каждым разом. И в конце, ребята, у нас супер низкие проезды. Гляньте их, буквально здесь проезжают самые избранные тачки типа «Формулы-1». А баллы, которые отображаются напротив барьера, обозначают, сколько баллов мы зарабатываем, если доезжаем до этого барьера. Финиш, ребята, это 40 баллов. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на каналы. Это очень и очень важно. Итак, по самое начало, ребят, делайте... Да что вы там стреляетесь? Тоха вообще улетел. Делайте по одной рандомной тачке, да, спавните по одной рандомной машине, используем именно реальные тачки из реальной жизни. То у Пельмехи сразу Магнум. У меня это Субару. Но если бы это были бы прыжки в длину, у Пельмехи было бы прямо огромное преимущество. Да, здесь, блин, нужны... я там стачку или нет? Нет? Во. О, Тохи низкий кабрик. Ладно, ребят, Почему Пельмеха у меня в воздухе летает, я не понял, как это? Да, кстати. А все, во, все, нормально, поехали? Да, все, let's go. Короче, ребят, цель — доехать как можно дальше, поэтому всем желаю удачи. И... поехал. Если ты проехал сверху, это не считается, а Тоха проехал сразу на финиш. Я просто улетел, да. Да, ты снизу проехал, да, все идеально, чекай, даже не касаешься ничего. Вообще не касаюсь. 40 баллов Тохе в первом же раунде. Тоха, оставь тачку на финише. Я хотел тебя толкнуть. Не-не-не, пихать нельзя, братан. Ну давай сами, мы проедем как-нибудь, да куда сможем. Да не надо. Не работает. Да, оставь тачку там и свою кучку отдельную поставь, чтобы в конце мы понимали, сколько раз ты проехал до финиша. Да, кстати, она прикольная. Она прикольная, реально. Ну, короче, видимо, на этом наш раунд заканчивается, да? Тохе 40 баллов, мне 28, Пельмехе 27 баллов в этом же первом раунде. Идем дальше. Итак, теперь, так как у нас Тоха был дальше, он делает себе две рандомные тачки, а мы с Пельмехой все еще по одной. Поехали, ребят, мы спавним. Прицепы мы не считаем, разумеется. Audi RS6 у меня, так. Высокая довольно-таки. У Пельмехи щит второй просто. Че за дроп читов у тебя? Что? О, а какая ниже? Ну-ка. Какая ниже? Это что за странная штука? Я понял. Я думаю, что это, конечно, надо, ребят, удалить. И Пельмеха, тогда мы с тобой стартуем. Тоха стартует. Ты на чем поедешь, Тоги, на Мерсе, да? Поехали. Поехали, мужики. Что это? Пельмеха исчез просто у меня. Я со стороны видел, как он просто в точку ушел. Ого, ого. Я в текстурах, я проеду. Ого! Фига, Пельмеха так-то проехал, офигенно, реально. Да, я проеду как-нибудь? Да. Я же почти проезжаю. Давай. Капец, тачка в хлам у меня просто. Ты проехал на финиш? 40 баллов Пельмехи. Блин, классно. Теперь, ребята, мне бы доехать до финиша хотя бы раз. Тоже было бы неплохо. Меня два раза подряд, я приезжаю на 28. Я понял все, как бы. Спасибо большое. Окей. Разверни. Хочу тебе отдать. Окей, 28 баллов чувствую. Я понял. Не, я не проеду. Окей, 28 баллов, ребят. Я приехал, и, видимо, все. Пельмехи 40 баллов. Мне 28, а Тохе 20. Сколько там у тебя было? 26. Я перед тобой был. 26. А 26, нет, да. Нет, стоп, 27. 27 баллов, то есть прикольно. Идем дальше. Итак, мы продолжаем, и получается, Пельмеха делает себе две тачки, мы с Тохой по одной. Тоха приехал откуда-то на Мерседесе. Ну, допустим, у Тохи Мерседес, хорошо. Пельмеха, спавни пока себе две машины. Я пока сделаю себе одну, у меня это пока не появляется ничего. Ну-ка, у меня Nissan какой-то. Тоха, нафига ты удалил Мерседес? Чтоб честно было. А, типа ты его там где-то спавнил? Ну, в принципе, мог его и засчитать. Ну ладно, хорошо, грузи себе тогда тачку. Пельмехи две, у нас Тоха по одной. О, Феррари у Тохи, обалдеть. У Пельмехи пока ничего, читы закончились у Пельмехи, видимо, и все, да? Теперь машин больше не будет, скорее всего, да? Ну, ема, ты куда? Я помогу, ты удалил, да? Обалдеть, конечно. Ладно, пока ждем тачки у Пельмехи. О, слушай, тебя реально низкий ниссанчик хорошенький выпал. Блин, у меня опять самая высокая тачка. Да вы закали... Да офигеть, что у вас за дропы, мужики. Просто. Поехали, Тоха, Пельмеха нас догонит. Ну просто, что у вас за машина, я балдею. Ладно, ребят, на самом деле я пока не отчаиваюсь. Я пока не отчаиваюсь. Спасибо большое. Ну я бы так, конечно, проехал, но...
Да вы заколебали, Пельмеха! Ты же не собираешься проехать на финиш? Нет. Нет? Только у меня такой овощ, что шлифует пипец. У кого, у меня? Я все понимаю, у меня 27, мужики. Я, конечно, все понимаю, но что за приколы? Это же приколы! Ну реально, ну куда это? Может проехать на скорости. Я не могу, да. Хорошо, хотя бы у вас не 40, это меня уже радует. Но, блин, 27 баллов у меня, у вас по 27, да, получается? А, по 29 у вас. 29, да, у вас. Ладненько, удаляйте тачки, идем дальше. Это, конечно, жесть. Итого у вас по две тачки. Грузите, давайте, грузите. По две машины у вас. Мусоровоз мы не считаем. Да, потому что мы считаем лишь реальные тачки. Вот у Тохи первая считается, да, это скорая помощь. И опять-таки, ребят, GTA-шные машины мы не считаем. Это GTA-шная, тебе повезло, мы это не считаем. Да, поэтому грузи себе лодка. Поехали. Да поплыли скорее. Поплыли. Так, у Пельмехи опять GTA-шная. О, у Тохи есть две машины, выбирай. Ну, скорее всего, ты берешь себе именно Audi, да? У Пельмехи там BMW выпало. Да, именно поэтому я беру себе скорую. Ну, ты, видимо, ее удалишь сейчас, да, я так понимаю? Да. Так, я гружу пока себе... О, Пельмехи Мерс. Мерс и BMW. Давай, давай. О, мне выпала Маруся. Ну, не самая низкая тачка, но более-менее. Так, что вы берете, получается? Пельмеха берет себе Мерседес. У Тохи Audi, у меня Маруся. Поехали, мужички, стартуем. Посмотрим, кто... Ошибся. Ну, здесь же главное не быть быстрее, а быть ниже, ты же понимаешь, поэтому... Ну, давай! Так-то скорость тоже иногда помогает. Ага. Пропихивайся, пропихивайся. Давай! Вот сюда. Ты зачем меня вытолкнул? Да как, да вы заколебали, ну честно, да уйдите! Ну что вы за люди-то такие? Ой, проехал, ой, спасибо. У меня еще дождь пошел какого-то фига. А, сделай себе через F5 там weather, сделай себе сделал, погоду. Да, да, да. Да, да. Потом ты дело стоял и все равно. Да Пельмень, да ты че? Ты кто, блин? Вы и так уже были на 40 два раза подряд, но это хорош, давайте, завязывайте. Ну так два раза, каждый по одному. Причем подряд были. Ну я не проеду дальше, 28. Да и ты, нет, Тох, ты здесь не был, да? Ты ведь обманываешь, не, да? Я хотел сюда заехать. Я тоже, по-моему, не поеду уже. Я понял. Итак, по 28 баллов у нас Пельмеха и 27 у Тохи. Ну камон, реально, ну что это такое? Просто какой-то прикол. Идем дальше. Окей, продолжаем. Так, мы с Пельмехой делаем по две, Тоха одну себе делает тачки. Дайте мне... О, отлично! Отлично! То, что надо, Тоха, супер, хорош. У меня ну, две, у Пельмехи первая выпала, а вторая у тебя. Ну, сейчас посмотрим, пока себе гружу. Отлично. Давай на этом. Да ну, блин, у меня опять низкого прям такого куда, ничего нет. Да подожди, да Тоха, бляха-муха, что ж ты за человек такой, не понимаю. Поехали на это. У Пельмехи Фенрир, серьезно вообще? Фенрир. Фенрир. Что берешь себе? Я... А чё, всё? Я Фенрир беру. Давай. Я всё? А тебе дальше и не надо, 8 баллов. Вообще тэпнулся. 8 баллов у Тохи, я понял. А что за шляпа? 27, 28. Все, О, я смогу проехать. Давай. Сверху не считается, Девяточка, если давай. Что. Блин, ну камон, ну камон. А слушай, считается, если большая часть автомобиля находится на... Нет, если вся машина находится там, ты что, угораешь? Ну все. Все, я проехал. Нет, ты не проехал. Я вижу, ты в воздухе еще завис, я вижу. Блин, Пельмеха проехал. Ну что там у тебя, покажи. У тебя пулемет не дает проехать. Пулемет мешает. Фига, слушай, у тебя есть шансы. Давай, старайся. Давай, старайся. Ну, блин, Пельмех опять дальше меня. Вы заколебали, слушайте. Что же вы... Погоди, а она тюнится? Она тюнится? Мне кажется, тебе это не поможет. 28 баллов у меня, короче, я понял. Блин, нет. Пельмехи 29. Так, покажи, Тох, давай, пробуй. Ну, мне кажется, это не поможет тебе. Тупо мешает пулемет. Не проедешь. Да, пулемет прям. Не проедешь. Ну, давай. Не проедешь, братан, не проедешь. Ну-ка, если фичи. Один раз пробуешь? Давай, один раз.
Да не, пулемет огромный. 8 баллов Тохи. Ладно, идем дальше. Я гружу себе всего одну тачку. У меня это Камара какая-то. Ну, пускай будет Камара, ладно. Так и быть. Так, у Тохи одна, пельмехи две. Давайте, грузите. Ну, пельмеха, короче, так как пришел, получается. Это не считается, Тох, у себя. Пельмеха, короче, пришел. Почти как новенький, его там увезет жестко. Это GTA-шная у тебя, Тох, да, это GTA-шная машина. Да, конечно, это ZR-380. Тоже GTA-шная у тебя. Не считается. В смысле? Это GTA-шная. Да, блядь. В прямом, это прям GTA-шная. Вот, это реальная машина, да, это считается. Но подожди, пока еще примех еще не загрузилось, ничего. Ни одна машина, у него их целых две должно быть, поэтому ждем. Удалишь вот эти? О, пельмехи первые, это кабрик. Да ты заколебал, сейчас у тебя такие тачки каждый раз обалденные. Но это, конечно, скорее всего, не финиш. Но... А, да пошел ты вообще, все. Я, короче, я поехал, все. Да ты еще здесь катаешься. Пацаны, вы меня бесите, реально. Меня бесите. Я ни разу не был на финише. А вы... Да, Тох, иди-ка ты. Пельмеха, ты же не... Да ты... Здорово. Пельмеха... Это какой раз твой на финише? Второй или третий? Второй. Да серьезно, ну это просто... Это какая-то... Непонятная ситуация. И Тоха здесь около меня. Да дайте мне баллы заработать, реально, слышите? Вы читер. Да. У меня в прошлом раунде было 9. Вы, ну, у тебя 8 у тебя 8, было, хорошо. Во-первых. Да, я все помню. Ну, блин, ну серьезно, камон. Ну не, я понял, 28 баллов у меня. И у Тохи тоже. Пельмехи 40 баллов, идем дальше. Давай, пельмеха, давай, грузи себе две тачки, да, какие-нибудь, не знаю, монстр трак и мусоровоз. Я надеюсь. Бляха-муха, это что такое вообще? Это считается, это низкое, это Ламборгини. Как показывает практика, все ламбы проезжают на финиш. У Тохи это девятка у тебя, или восьмерка, подожди, девятка или восьмерка у тебя? Восьмерка вроде. Восьмерка, да, просто не особо разбираюсь, не вижу. А, так, ладно, я себе гружу пока одну машину, что-нибудь хорошенькое Финиш. Можно? Ламба, ладно, по ламбе у меня и пельмехи, поехали, мужики, let's go. Чекай как могу. Я могу вот так, вот так могу. Не видишь, когда сейчас я появлюсь? Я видал. У меня ламба, проедет на финиш. Ну и сверху я... Это не считается, конечно. Это не считается, я пролетел сверху. Было красиво. Так, здесь я проезжаю. Ну а будет финиш, нет? У меня спойлер огромный, не дает проехать. Вы че? Я его убрал. Я убрал спойлер. А что, можно было? Но спойлер убрался, у меня просто повезло. Так, вот сейчас я как-то, ребят, должен проехать по стране. Хотя бы 30 баллов. Ну хотя бы 30 баллов. Хотя бы раз можно мне. Не прикиньте, невезуха просто. Ну сегодня просто, ребята, невезуха. А ты не проехал разом 29 пельмех, нет, ко мне? Конь угарно смотрится за рулем. Это реально, это обычный водитель Жигулей, вот это вот, типа. Реально, еще бы без рога, вот чисто вот. Реально, очень похож. А я как водитель бывшей Жигулей знаю. Ладно, короче, на самом деле, 29 баллов у меня, 28 пельмехи, 27 у Тохи. Ребят, просто вот пацаны, ну ладно, Тоха там еще где-то был вдалеке, но вот пельмеха просто рвет... Ладно, хотя бы две тачки у меня. Давайте у вас по одной машинке. Давай, чем такое более-менее обычненькое. Ой, куда это я? Всю машину телепортировался под платформу. Прикольно. Так, я возвращаюсь к вам обратно. Так, где у вас машины? О, пельмеха, хорош! Вот то, что мы ждали. То, что мы... А прикол в том, у тебя, по идее, классная подвеска. Это меня больше всего смущает. Да, кстати. В этом мире ты найдешься повторно, кроме отца и матери. Я понял. Первая жига у меня, а вторая это Audi R8. Audi R8 я беру, она пониже будет. Прижмитесь к обочине, выходите, будем. Поехали, давайте. Да, отвали от меня. Полиция. Полиция. Да, понял. Окей, вопрос. Докуда я... Приседает, у тебя, да, подвеска вообще имбовая. Про это и говорил, честно говоря, поэтому... У меня мигалки не дают проехать. Да, это проехал. Прикол, Тох, реально, на самом-то деле. У меня пока 28. Есть шансы на 29 доехать, но только как это сделать? Есть шансы на 19 доехать. А я могу убрать как-то мигалки? Это и то много для тебя пример, честное слово. Я знаю. Это очень много. Так, у меня Audi поломалось, но вопрос... Ну давай хотя бы 29 бы взять, давай!
Не, не доберусь, Ё, скорее всего. Короче, да, я, ребят, на 28 только приехал, дальше проехать я не могу. Что там у вас? 28 у меня. 20, сколько у Тохи? 20 ровно, пельмехи 18. У меня 18. Давай. На 19 пельмеха проехал, ты смотри на этого читера вообще, прикинь. Ну, видимо, дальше не проедешь, скорее всего, уже, да? Ладно, идем дальше. Последний раунд, ребят, я делаю себе две, вы по одной, давайте. О, пельмеха хорош, по самый конец. Ты просто лучший. Ну, Тохи, машина его мечты, скорее всего. Ладно, я сделаю себе что-нибудь GTR, not bad, и... Ага, ну хотя бы, пускай будет GTR. Не самая, конечно, низкая тачка, но хоть что-то. Давим его. Я понял, я поехал, короче. Я понял. Давайте, догоняйте, мужики, потому что... Вопрос, докуда доберусь я? Ну, я даже не еду. У меня каменная тачка, честно говоря, 20... Проехал, нет. 20... Она даже не ломается у меня, даже не ломается. Ой, 28. Чё? Блин. 28, ребят, я приехал. Да, все, я приехал, 28 баллов. Ну, обидненько, но ладно. 27 у Тохи, да, получается? Да, 27. Пельмеха, как Ямато. О, у тебя пушка тоже мешается, но это неплохо. Хотя бы 13 ты взял, это уже неплохо. А попробуй как-то вот сейчас. По-странному. А попробуй вот так вот заехать и пушку поднять вверх резко, типа. А я уже пробовал, она не поднимается. Во-во! Нет? Багуется, смотри. Нет? А покрути ей. Во-во, не получается, нет? Не-не-не-не. А обратно никак ее не сделать, типа, в обратную сторону. А, типа, да, выкидывает. Ты что проехал? У меня тоже отображалось, типа, что он проехал, но ладно. Окей, друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на каналы. Всем удачки и всем пока-пока. Пока, ребят.